Мой папа всегда говорил, когда жил, не надо смотреть, сколько машин у соседа, сколько у него кошелек, потому что ты не знаешь, откуда он берет эти деньги. Я живу, как Бог меня дает тот день, да, жить. Даже когда что-то не получается, даже когда у меня какие-то переживания. Есть такая песня в Камеруне, человек поет, что даже когда у него нет ни копеек, он всегда красиво одет, да, чтобы люди не знали, что совсем плохо. И поэтому и жена всегда говорит, что надо всегда на позитив. Думать, да, будет работа, будет. И только так будет работа. Поэтому всегда на позитив, всегда на позитив. Потому что если вы думаете о плохом, она будет обязательно, говорят, черный кот, да? Если прошел на дороге, что-то плохого. Если ты думаешь, что ничего не будет, если ты веришь в человека, пусть дети черный кот туда-сюда на твоей дороге. Но я же верю в Бог, ничего со мной не случится. Поэтому самое главное – позитив.